Хей, йоу, шумики, и сегодня мы играем... Ой-ой-ой, громко-громко-громко. В Indie Channel. Я вертикалку выключил, поэтому сейчас 400 кадров показывает в секунду. Ну, поехали. Ох, какая скорость мышки. Оп. Как бы так... Подождите. Я сделал себе минимальную скорость мышки, но все равно быстро. Я снова туда не могу. Ну, первый взгляд, ну какой-то город. Если будут разрывы именно уже после записи, то скорее всего я просто перезапишу. Игра по идее не очень длинная. Двери, улицы, труба, здание. Это церковь для вас получается. Sorry, well, now you intros, you have permission on the from the king. Короче, это рыцарь, как я понимаю. Он говорит, что я, извините, типа, ты не можешь туда пройти в... Или тут есть лимит. И посади королю, и возьми у него пропуск и того. Здесь можно прыгать. Вижу челика нормально. А ну-ка, мы тоже можем так игру обманывать? Главное, чтобы потом в этих деревьях не застрять. Так, король. Adventures. Добро. Ну, короче. Keep sanguine the castle to self the gold. Короче, нужно отразить атаки, наверное, да? Или типа, на город хотят напасть, на королевство. Had haste in the town, into the glass first. Могу я тебя просто убить? Нет. Давайте походим, может тут еще что-то спрятано. Ну что, тут мир открытый. Так, здесь у нас невидимая стена, хорошо. Это, знаете, срода как всякие харарюшки. Мини-мини-мини. Потому что игра весит, ну сколько? 100 мегабайт. На самом деле на 100 мегабайт можно сделать херительные игрули. Ну так как это не платформер, да, никакой. А полноценный 3D. Ну, сделан на Engine. Ну не знаю, посмотрим. Так, мы... О, рыцарь уже не стоит, хорошо. Так, left-click attack. Ой-ой-ой. Тут туман какой-то. Ну. Так, сюда можно пройти. А. Короче, здесь, походу, все заскриптовано. Нам нужно просто идти по дорожке. А, пошли по дорожке. Меня только туман вот это смущает. Довольно легко все здесь проходит. 30. Здесь 35 у меня. FPS. А, да, видите? Воу! Фу, чё ты с дерева полез, челик? Так обосраться можно. Чтоб вы понимали, это хоррор игра. Скорее всего, хоррор моменты будут дальше. Я даже немного потише звук сделаю себе. А вам оставлю среднячок. Воу, ни хрена себе. Ну,
зажимать, так сказать, не получится. Ладно, какой-то скримак только что был. Какая-то картинка, не знаю, что за картинка, может быть, я потом ее поставлю, посмотрим. Нет, только чувство, что меня могут закрыть. Но этот хотя бы не поехал. Ох, бригада здесь. Скорее всего, если бы я включил настройки нормальные, либо минимальные, то было бы более-менее все. Если все делать осторожно... Ой, не попал. Попал. Это все нормально. Все? Кажется, да. Так, проход куда-то дальше. В какие-то пещеры. Ты правда думаешь, это весело? Так, окей, на меня какие-то... Их очень много. Ну, в принципе... Остался только тыква. Ну, на самом деле, это было не страшно. Я ожидал такого. Типа, это что-то таки хоррор. Ну, там, типа, труп был на палке. А, сломатый значок. А, обратно могу? Нет. А, у нас еще бег есть. Ничего себе. Скримаки. И что ж, пришелец? Так, тут приседать нельзя, да? Странно. Обычная, короче, моделька, наверное. Вот будет стрёмно, если она на меня сейчас сзади нападет. И скримак будет какой-то. Понимаете, просто звук чук-чук-чук. Ну не может. Ожидаемо. Так, давайте я назад вернусь к этому чилику. Так, музыка из Слендермена. И разговор как по рации о похищенных детей, скорее всего. Да, скримеры, скримеры. Ну, на самом деле, не так уж плохо сделано. Подождите. Плач детей. Там, знаете, как музыка будто смешанная. Как... А, это не Слендермен, это этот. Resident Evil. Песня. Если не ошибаюсь, это первая часть. Head back to town. По миссии мне нужно вернуться в город. Могу я просто дорогу вот так пройти? Спасибо. Пойдя, сейчас дойду. Все. Ни хрена себе. Так, меч у меня, ладно, уже неровный. Это наш рыцарь, да? Окей. Чё по городу? Выдает ошибки. Непрогруженные текстуры. Так, мне к королю, да? Да, подойдите к королю.
Знать. Нет, все такие. Ну да, здесь на самом деле трешак. А что тут еще есть? А ну-ка, давайте немного. Мы что, сюда, да, начинали? Нет, мы отсюда начали. Типа мы оттуда пришли. Ага, и нам сюда нельзя. Прикольный домик. О, тихо. Это ж там марионетка, да, еще была? Да. Ой, я, кажется, в ней застрял. Ладно. Все успешно прошло. Мне кажется, мы тоже как-то неровно. Мы вверх ногами, да, бегаем? Я понял. Я бегу, останавливаюсь, и он дальше куда-то бежит. Гу напослед, пока я к королю не подошел. Хотя ладно. Мне кажется, там с другой стороны обойти. О, а это кто? Это мужик из решеток. Он уже куда-то улетает. Ладно, давайте посмотрим, что дальше. Great work, adventures. А, типа, хорошая работа, путешественник. Error 50 разблокировано. Like now. Ошибка 53, на самом деле, игра называется. Please defect Jack and Hans and the gold back. He is on the town in the inner woods. Dead. Тебя убить надо? Умри. Ладно, скримак. Мне быстрее, знаете, ну, блин, ты просто ожидаешь от этих игр что-то. То, что ты знаешь, что это хоррор. Ой, бля, он тоже шевелился. Так, давайте верну мышке скорость прежнюю. Все, да? Ну, ребят, кажется, это конец игры. Просто белый шум. И замок. Больше тут ничего такого нету. Да, это, кажется, конец. Ну, что сказать, в принципе, индюшатина довольно такая посредственная, типа, ты знаешь, если ты, конечно, не знаешь, что это хоррор, то, может быть, тут какие-то моменты будут неожиданные, да, скримеры с 2004 года, да, ну, хотя, то, знаете, есть какой-то маленький сюжет, есть своя физика, ну, прыжок вообще не приходился, если бы они немного развили эту тему, типа, игры, то было бы прикольно. А так, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Да, скорее всего, буду еще жесткие хорроры проходить. Поэтому там будет пожестче. Взять тот же Evil Within, который я проходил уже давно. Ну, в плане того, что я заснял там какие-то серии, потому что задолбался и не выложил там 3 серии последние, которые я уже снял. После чего, ну блин, ну как сказать, там более атмосферно, знаете, там атмосфера пугает, неожиданности, все в таком духе. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как я уже говорил, и всем пока.